Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающий курс под таким названием проходит в Ямальской школе-интернате в эти дни. К сожалению, статистика красноречиво говорит о стремительном росте количества особой категории детей. Специалисты отмечают, сегодня рождается до 40% детей с микромозговыми дисфункциями. И потому современный педагог должен быть готов к работе с данной категорией. Я не специалист в медицинской области, но понимаю, насколько ответственна эта информация для педагогов, потому что сам факт рождения, какие-то особые обстоятельства развития внутриутробного, особое состояние мозга, так или иначе проявит специфику, не учитывая которую мы можем не помочь ребенку качественно обучиться. По данным заместителя директора по социальным вопросам, актуальность проблемы не вызывает сомнения. Так, еще 3 года назад в Ямальской школе было 18 детей-инвалидов. Сегодня таких деток уже 26. Количество детей с ограничениями по здоровью в образовательном учреждении перевалило за 140. На данный момент 144 ребенка, которые имеют ограничения в здоровье. То есть очень актуален курс. И особенно ценен тем, что педагог, который читает нам эти курсы, практикующий педагог. Достаточно интересно работать с такими детьми. И необычно это отличается, конечно, работа от обычных общеобразовательных классов. И надо каждому занятию конкретно готовиться, готовить материал под конкретного ребенка, смотреть его достижения.